Привет, ребята! Привет, ребята! Вы на канале Ben's World. И сегодня мы с Беном открываем набор Лего! Лего! Лего Дупло, посвященный мультику «Майлз с другой планеты». Этот набор рассчитан на детишек от 2 до 5 лет и состоит из 23 штучек. Будем открывать? Да. Этот набор Лего Дупло идет с 23 составляющими. И здесь, возможно, три вида того, что вы хотите сделать. Либо можно сделать вот такой вот космический корабль, на котором Майлз будет летать вместе вот с таким космическим героем-инопланетянином. Потом можно сделать вот такую машинку. Или можно сделать вот что-то вроде огня. Бен, ты что выберешь делать? Что мы будем с тобой делать? Какая тебе нравится? Самолет. Самолет хочешь вот такой? Космический самолет? Да. Мы с Беном будем строить космический самолет. Давай, открой. Что там есть? Самолет только есть. Ну, самолет тебе нужно будет еще сначала собрать. Тут есть. Так, вот. Конструктор. Тут одна часть есть. Конструктора. Вот они! Вот такой вот у нас Майлз в шлеме. А это, видимо, инструкции, как нужно собирать. И какие другие... это какие можно наборы найти. Да, и горка. Вот такой красочный. Что это? Голова? Это скейт. Да, скейт. Это космический скейт? Да. Ну что, давай будем с тобой открывать все? Там больше нет? Нет. И будем собирать с тобой. Вот. Так, будем собирать с тобой космический корабль, да? Я не смотрю. Что там ты смотришь? Это как тут, как одно, это блядь. Да, давай еще Майлз. Что там? Это, наверное, можно для того, чтобы огонь сделать. Это вот такой смешной зелененький инопланетянин. Собираешь? А ты знаешь, как собирать? Да. Я собираю уже. Сейчас мы посмотрим, что Бен у нас соберет. Вот такой у нас здесь Майлз. Бен у нас уже что-то собирает. Такой смешной зеленый инопланетянин. И Бен строит какую-то башню. Что ты строишь, башню? Да, башню. Или начать с построения огня? Да. Давай. Так. Только вот другой стороной чуть-чуть. Минжуль, нужно повернуть чуть-чуть. Да, вот так? Нет, смотри, вот эти штучки. Вот так можно поставить. Еще одну. Еще одну. Ну вот так, да? Нет, с другой стороны. Так, да? Ага. Вот и вот. Так, да. И посередине. Огонь. Вот такой огонь. Ну сюда, смотри, вот так. Или же можно сделать еще вот так. И у нас будет вот такой огонь. Вот тогда огонь такой. Горячий? Ну, да. Потрогай, смотри, не обожгись. Горячий, мам. Горячий? Вот полагай, мам. Ой. Горячий, да. Вот сюда тоже, вот сюда тоже. Я делаю сюда. Еще у нас Бен решил сам сделать горку. Для того, чтобы Майлз катался с горки, да? Чтобы он не скучал на своем этом скейте космическом. О, молодец.
построил. О, Бен уже у нас построил вот такую красивую горку. Посмотрим, как Майлз будет кататься. Да. Ну-ка. Давай. Щух, летит к тебе. Ты его с доски только убери с доски. То он же не на доске будет кататься с горки. Сажай его вот так. Тихо. Так, ну-ка. Вот как он катается. Быстро катается? Теперь он будет ехать с... Теперь на доске будет кататься? Он теперь будет на доске. Мы с Беном все-таки решили попытаться построить вот такой космический корабль. Посмотрим, что у нас получится, да? Да. Бен у нас сам решил собирать космический корабль. Да. Так, давай оранжевую посерединке. Потом две желтых по бокам. И вот так? Нет, по бокам. Вот здесь и вот здесь. Давай сюда, да? Да. Сюда? Угу. И вот так. Так, молодец. Теперь берем вот эту скейт-носку. Да. Так вот ее ставит. Молодец. Так, дальше на эту скейт-доску нам с тобой нужно вот такую красную штучку. Да. Посерединке. И вот так? Вот так чуть-чуть. Да. О, молодец. Уже у нас практически с тобой готово. Теперь смотри, мы немножко наш огонь здесь оставим. Две оранжевые штучки. Одну с этой стороны. И так, да. Одну с этой стороны. И это. Вот так, да? А, наверное, знаешь, что давай чуть-чуть побольше сделаем, чтобы у нас побольше влезло сюда. Поэтому вот так вот одну красную. С этой стороны давай красную тоже. Ага. Так, да. И теперь оранжевую одну с этой стороны. Вот. Ну ты приди, живой. Вот, падала. Ничего, я подниму тебя, держи. Приходи за... Так, я их буду держать. Угу. Ой, сломалась. Давай еще раз. Угу. Давай сюда. Давай сюда. Так, теперь давай оранжевую с одной стороны. Вот так, да? Угу. Вот так, да? Да. Ты только вот отсюда придерживай. Вот, молодец. Ставь. Ставь, ставь, ставь. Вон ты поставила. Молодец. Теперь с другой стороны. Вот оранжевую. Я ей буду держать. А ты умница. Теперь вот эту серенькую посерединке. Да, да. Только да? Поверни ее, поверни. Вот так, да? Вот так, смотри. Вот так. Ага, ставь. На ней будет наш железный, наш с тобой зелененький дружочек. Да. На ней будет у нас кататься. Кто ты еще? Ну да. Глазки у него где? Вот они. Ну, чтобы глазками он смотрел вперед, ставь его так. Это он назад смотрит. Это он смотрит назад. Нужно глазками вперед. Вот он так? На тебя смотрит. А... Нет, нужно его повернуть. Взять, чтобы он глазками смотрел на маму. Вот теперь он вперед смотрит. Так. Что нам нужно еще для этого космического корабля? Да. Ага, нам нужно двигатель, да? Да. Нам нужно, чтобы он летал. Поэтому нам... необходимо будет сделать вот эту белую штучку здесь. Это ломтенькая. Угу. И еще вот такой будет огонь выходить. Как космические корабли летают. А да? Хочу вот это только поставить. Для этого смотри, вот эту беленькую ставь вот на эту синенькую. На, держи. Хорошо, сначала беленькую поставь. Молодец. И огонь. Теперь огонь. Смотри, вот. Вот. Вот такой у нас выходит из трубы огонь, когда летает наш космический корабль. Сейчас мы ее приделаем вот сюда. И космический корабль готов. Осталось посадить нам с тобой сюда Майлза. Все. Да. А теперь тут будет только...
полетели! Держи! Ай, Майлз упал! Может быть, его лучше поставить? Поставь его ножками. Вот так, да? Угу. Вот так. Угу. И ставим. Придерживай другой ручкой. Вот. Ну-ка, будет летать. Вау, его падает. Ой, молодец, приземлился. Вот такой мы с Беном построили космический корабль. Так, а вот дальше будем с тобой делать? Давай будем машинку теперь делать? Да. Так, берем одну вот такую. Спасибо. И одну вот такую синенькую. Вот так, да? Частичку. Нет, только не посередине. Нужно, чтобы две у тебя уместилось. Так, да? Угу. Так, молодец. И так, вот угу. Это. Вот и вот. Да. Я эту штучку так, белую. Теперь вот эту белую на синенькую. Да. Молодец. А вот эту серую частичку на зеленую. Посередине. Да. Ага. Куда? Умница. Теперь какую? Так, теперь машина у нас с тобой уже готова. Вот такая у нас машина получилась. Космическая. Так, поставь пока ее. Угу, где-нибудь в стороночке. Вот это. Дальше мы будем делать с тобой клад. Майлз на машине, да, будет кататься у тебя? Да, он будет на работе. А, он поедет на работу. Хорошо. Он едет на работу. Угу, ну хорошо, оставь его. Так, дальше. Будем с тобой делать клад. Берем вот такую красную. И на нее ты ту штучку ты должен надеть. Посерединке. Да, посерединке. Посерединке. Да. Где серединка? Вот так. Молодец. А теперь какую? А теперь у нас с тобой есть специальная такая штучка. С изум... Как будто это изумруды. Такие зеленые красивые камушки. Вот ставь ее сюда. Да-да. Угу, в серединку. Оранжевую. Получается. Ну ты потому что неправильно делаешь. Вот так, да? Нет, нужно вот так. Просто вот. Хорошо. Давай сначала туда какую-нибудь еще поставим. На желтенькую. И это уже вот на нее. Вот. Вот такой у нас клад. Так, клад. Так, дальше. Давай мы с тобой сделаем огонь, чтобы у нас немножко посветлее здесь было. Вот так, да? Вот, вот так. Бери красную. Потом бери две вот этих оранжевых. Помнишь, как ты делал? Я хочу пацаны. Две, давай. Пацаны. Сейчас мы сделаем. Давай, делай. Огонь. Вот так, да? Да. Угу. Вот так, да? Да, две рядышком, чтобы были. Потом наверх желтую вот такую. Да, вот так. Угу. И посерединке огонь. Огонь. И огонь такой. Вот такой у нас огонь получился. Так, рядом будет у нас стоять огонь. И дальше нам нужно с тобой сделать такую горку теперь. Держи. Вот это, да. Красненькую. Но нет, смотри, видишь, она не подходит. Значит, нужно что? Повыше сделать. Давай сделаем повыше. Немножко вот так. Видишь, опять не подходит. Значит, нужно еще поставить. Нет, тихо. Так. Попробуй еще одну. Ну-ка, посмотри, подходит или нет? Я оранжевый. Я оранжевый. Я оранжевый. Ну, хорошо, посмотри. Теперь подходит горка или нет, посмотри. Да, подходит. Понятился. Немножко большая, нет? Нет. Нет? Ну хорошо, давай. Ну-ка, может, это зелененький человечек покатается с горки у тебя? Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Три. Скатился. Скатился? Да, Макс, может быть, у нас с работы тоже сейчас приедет, да? Он тоже приедет. Давай, приезжает Майлз на машинке, на своей космической такой. Уехал. Уехал. Зелененький человечек побежал. А он такой будет. Вот. Будет на своем скейте кататься теперь? Машинку на парковку поставил ты? Пик. Выключил. Угу.
теперь будет он кататься вот такими. Это скейт. Ну, наверное, в другую сторону, нет? Скейт-то у него. Вот так вот. Он смотрит назад у тебя. Ты переверни его, смотри. Вот, вот так он должен. Да, вот. Вперед смотреть. Вот так летает на скейте. Раз, два, три. На скейте? Ничего себе. Теперь он будет смотреть огонь. Смотрит, какой огонь, да? На красивые камушки. Пусть тоже драгоценные сходит, посмотрит. И к своему зелененькому человечку, дружку в гости происходит, поздоровается. Поздоровался. Поздоровался, Эмзи? Теперь он оставит здесь скейт и поедет на работу. И поедет на работу. Вот такой набор Лего Дупла из мультика Майлз с другой планеты мы сегодня с Беном открывали. Тебе понравился наборчик? Да. Интересный, да? Да. Космический весь такой. Да. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Dance World. И ставьте нам лайки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.